Разговоры о благоустройстве бесхозной поймы реки Царицы, огромного участка в самом центре Волгограда, идут не одно десятилетие. 16 лет назад здесь хотели создать детский парк с каруселями и даже домом Деда Мороза, но дальше разговоров дело не пошло. Город в тот период, руководство города конфликтовало с руководством области. И они не пошли на условия области, когда те сказали, что лестничный спуск от улицы Советской в пойму сделать за счет городского бюджета. Вот. Руководство города отказалось участвовать в этом проекте. Даже эти ступеньки запретили строить. Поливочный водопровод порезали. Недавно горожане узнали, что часть территории продана под строительство гипермаркета. Однако в спорах о пойме реки Царицы, кажется, поставлена точка. Городским властям удалось убедить собственника части поймы, депутата облдумы Алексея Воробьева, не строить там гипермаркет, переориентировав проект в пользу горожан и разбить в этом месте большой парк. Мы приняли совместное решение с администрацией. Это особо охраняемая зона. Отлично. Сейчас депутаты городской думы дадут своим решением разрешение на строительство, но... Никаких гипермаркетов, супермаркетов, никаких тут не может быть, там, не знаю, ночных клубов, ничего. За 2-3 года здесь появится современный аквапарк, дельфинарий, в том числе и для детей с ограниченными возможностями, пешеходные зоны с лавками и фонтанами, велосипедная дорожка, а также семейные кафе и рестораны. Любимую горожанами детскую железную дорогу отремонтируют, а ее маршрут движения продлят до дамбы на второй Продольной. Кроме того, по заверению властей, у Ворошиловского района наконец-то появится своя набережная с ракадной нулевой дорогой. Когда-то и нас не будет, а сюда придут дети, не зная, кто его делал, но не увидят вот такого бардака, как мы сейчас города, с вами видим. Центре города. Ну, смотрите. Первые работы, вывоз мусора и выравнивание грунта начнутся уже в ближайшее время. Анна Рублева, Петр Лукашин, специально для v1.ru.